Добрый день, дорогой товарищ, друг. Я сегодня хочу рассказать вторую часть видео, что мы делаем с красной рыбой. Дальше. Вот она пустила у нас сок. Теперь нам необходимо избавиться от соли. Вот. Мы избавляемся от лишней соли. Просто промываем ее, чтобы не было соли. А, секунду. Забыл положить бумажные салфетки. Выкладываем ее. Этот кусочек тоже промываем. Он немножко у нас жирнее получился. Просто смываем лишнюю соль, которая нам уже не понадобится. Так, здесь все. Тщательно промокнуть нам необходимо эту рыбу. Красную рыбу, которая получилась у нас просоленной. Эти кусочки мы приготовили еще один судочек, перекладываем. Ну вот, я приготовил два кусочка хлеба, только что разрезал, буквально специально взял досточку для рыбы, чтобы не пачкать доску, ту, на которой режем хлеб. Вот, разрезал. Что мы делаем? Берем вот такими небольшими кусочками, кладем на хлеб, и у нас получаются великолепнейшие бутерброды и невероятно вкусные. Сейчас последний зарежу. Вот такие даже не совсем правильной формы у нас они получились, и это хорошо. Все, приятного аппетита!